Таким вот нашли худющим. А сейчас вот он что, вчера отказался от еды, вялый. Вот это что такое вообще? Бедра. Велосипед, да. Да. Отключи, я работаю. Мы же ему пироскоп кололи. Да? Он был весь увешан недели три назад. Он был, как нашли, он просто увешан был клещами. Он был пироскоп 14 дней. Господи. Ну так и что, а сейчас при чем клещи? Ну нигде еще не ходил, не это а самое. А ты его себе забрала, да? Нет, конечно, пристраивать будем. Мы просто забрала из приюта, что не это. Так, ну что, нам все-таки года три. Кто-то просил той тарелки. И, значит, мы сдаем Ефимию клинику. Снова на приеме. Нам нужно поменять катетер. Катетер забился. У нас не получается поставить. И еще сдали мазок на энтерит. Бэмби. Бэмби. Ты мой сладкий, не бойся. Не бойся, хороший мальчик. Хороший, да. Кто тут? Кто такой маленький? И симпатичный? Кто? Кто в ножке так водит, а? Кто такой малыш? И вот такая печальная новость. Собаки играли в вольере, и когтем случайно одному выдрали глаз. Пришлось прооперировать глаз, не удалось сохранить, как вы видите. Поэтому им необходимо в вольерах бетонное покрытие, чтобы они стачивали когти. Ну что, друзья,
лечим сердце и выгуливаем наших зверинец. Каждый раз берем новую девочку, чтобы научить ее ходить на поводочке. Это своеобразная прогулка, забота о сердце и о животных. Я обращаюсь к вам ко всем, друзья, мои хорошие. Помогите приюту, пожалуйста. Сейчас очень тяжелое положение, вы все это знаете. И тем не менее, ребята, жизнь так быстро пробегает, так быстро проходит. Я даже не знаю, что сказать и почему. Вроде бы только вчера был молодой, а сегодня уже все. Уже спина болит, уже еле ходишь. Друзья, миленькие мои, спешите делать добро. Спешите делать добро, я вас прошу. Это очень важно. Чтобы потом, когда пришел наш срок, не было не мучительно стыдно, как говорят, за прожитые годы. И, а главное, не будем кричать на пороге: «Господи, за что?» и «Господи, помоги!» У каждого из нас есть свой срок. А если он есть, ребята, надо прожить его так, чтобы наверху охренели и сказали: «Вернись и повтори!» Доброго вам всем здоровья, люди! Лохматая душа с вами, а вы с ней. Я прошу вас, мои золотые, берегите себя и берегите тех, кто вокруг вас.